My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 o'clock and brush my teeth. Then I have breakfast and go to school by bus. Then... Галкин, ты старательный мальчик, Галкин, старательный, и я ценю твое усердие, но произношение... Ужас! Тебя ж ни один англичанин не поймет. Нужно говорить так, как будто во рту у тебя горячая картошка, горячая. Hot. Hot. Да нет же. Hot. Hot? Тренируйся, Галкин, тренируйся. Может быть, что-нибудь получится. Садись. I went to the kitchen and cooked hot potato. О, готово. Горячая картошечка. Very hot potato. Ой, ай, What's happened, Galkin? Good morning, Larissa Viktorovna. I'm sorry. I am late. The traffic is terrible. Галкин, какое произношение! Молодец! Но ведь можешь, если захочешь. Садись. А вы, ребята, берите пример с Галкина. Как у тебя получилось? Такое произношение? Супер! Да к фёрту это произношение! К фёрту это английский! Чего? Меня за дома никто не понимает. И доктор сказал, что ещё 2 месяца так будет. Горячая картошка!